В начале сентября в Ишиме пройдет зональный тур «Слет Туриада». Он соберет более 900 школьников юга области, увлеченных туризмом. Для этого на базе Центра доп. Образования детей строят веревочный парк, площадку оборудуют конструкциями для прохождения полос препятствий разной сложности, как для опытных спортсменов, так и для начинающих. Высота площадок у нас до 2 метров, как бы он достаточно низко, чтобы вот эту атмосферу такого леса внутри города не потерять. Как бы у нас все, ну, все компактно, вроде казалось бы низко, но достаточно для того, чтобы испытать чувство там, может быть, даже страха, да, но все безопасно со страховкой и, ну, насладиться отдыхом, можно сказать. Инициатор создания в Ишиме веревочного парка – организация «Радуга талантов». На ее реализацию движение первых выделило более 1,5 миллиона рублей. Первооткрывателями площадки станут участники Туриады. Сначала будут малыши, то есть совсем новички. Дальше уже пойдут те, кто что-то понимают, знают, но еще не профессионалы. И третьим этапом у нас будут собраны ребятишки, которые занимаются туристическими видами спорта под руководством наших городских и районных руководителей по туризму.